Сотрудники ГИБДД тоже вышли в профилактический рейд. В зоне их особого внимания оказались водители такси. Частных перевозчиков они ждали на транспортном кольце у памятника Победы в Пензе. За все время дежурства там госавтоинспекторы успели составить больше 300 административных протоколов, из которых 84 материала за управление машиной без тех или иных документов. 46 материалов составлено за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. За несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств привлечен 41 водитель.